обратно. Понял? Вот такое движение, опять все вот вокруг сейчас этого захвата будем проводить, да? Да, бери захват. Сейчас я задачу сделаю другую. Мне, например, вот, скажем, для вашей рукопашки нужно соперник, там, скажем, на колени поставить, вниз перевести. Вот с помощью опять вот этого, то, что я вам говорю, знания биомеханики, я его сейчас поставлю на колени. То есть движение вот такое вот, в принципе. Вот. Тут получается как бы болевой. Я вот зажал его здесь вот. И вот, вот смотрите, вот оно движение идет. Плечерное. То есть вот. Вот на этом, вот здесь идет, вот ты, вот. Вот. То есть вот я взял захват, прижал его, все, шаг назад. И даже вот, у меня ребята даже броски делают отсюда. То есть опять прижал, ну вот ошибка какая, ребят, я не заметил. Вы к нему идете. Все, он меня сейчас тут же закинет через грудь. Сконтрит. Соперника надо к себе притягивать все время. Вот я прижал. Идет шаг назад. Я выиграл. Вот, пожалуйста, ваши удары пошли, все что угодно. Сбили партер. То есть движение для меня простое, для вас не знаю. Попробуйте. Давай, старый попробуй. Продолжим.